銀行の金庫で見つけた核爆弾の数は一つだ。一つだけ。ああ、スペースは三つあった。夜空に光を見ただけで UFO を見たと言い張るのか。三つあったと確信できた。俺もエルビスは生きてると確信してる。コンサートのチケットは買わんがね。残りの核はどうなった。一つは近くにある。パリの件は知らんようだな。なんだって。聞こえただろ。あいつダメだったのか。誰が何だって。この男か。ロシアのスペツナズだ。ビンペル所属、デミトリ・ディマ・マヤコフスキー。あんなとこに偶然居合わせるような玉じゃない。お前の知り合いだ。ああ、何を知りたいのかはっきり。彼がパリにいた理由を知っているな。パリで何があったか教えてくれ。その後に答える。我々も知らんのだよ。パリの真相を知っている人物はただ一人、ディマだ。Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Круг подтвердил правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон, может быть, и псих, но отлично знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, в могиле неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евимрекс обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопарк. Вниз на уровень 5, потом вверх по лифту. Yeah!
Держать его в достижимом радиусе. Вот покидаем здание!
Подожди. Мы пойдем под обстрельный огонь. Дай полиции загнать его сюда, когда мы его захватим, понял? Что за херня, бля? Это же пустышка, это не ядерное оружие, бля. Топор лишь ему, где факел?